20 октября я решил выехать сам на утку. До этого я 10-го открывался, утки было мало. Настроение как бы так не очень было. Ну, надо ездить. Вдруг что прилетело. Еще погода такая была, говорят, утка летает по ветру, по туману. Ну, не знаю. Это утром у меня был не туман, а жгли умные товарищи камыши вокруг. Вот. И было такое ощущение, что вот дымка, ну, типа тумана стояла до полудня. На самом деле это не туман, это дым от камышей. Штиль полнейший. Вот вам, пожалуйста. Полный штиль, а охота была очень даже неплохая. Мне понравилось, были хорошие налеты. Утка садилась на воду. Ну, чуть-чуть мазал, что-то взял. Использовал на этой охоте махокрылок, подсадных не брал. Ну, некогда было, я, честно говоря, думал, охота будет не очень, штиляка. Ну, вот поэтому взял своих махокрылок, поставил с утра, пока темнота была, вроде как работали. Но потом уже такой штиль был, я боялся, что утки, которые сядут на воду и будут подплывать к чучелам, они будут бояться. Что уже такое у меня было в том году, не хотел рисковать. Поэтому расцвело, убрал машущих я. Вот. В принципе, утром до 8 практически налетов не было. Потом вот утка вся полетела в основном с 8 до 9. И потом уже такие налеты раз в 20, в 30 минут. В принципе, утка садилась на воду, не боялась, подплывала. Ну, увидите там, за раз добыл 4 штучки я. Пятеркой дробью стрелял первый патрон, второй тоже пятеркой, потом шли у меня тройки. Ну, пятерка оставляла подранка, очень далеко уплывала утка, метров 200-300 там приходилось догонять по иляке, по нашей. Вот, ну, как бы добивал потом тройкой. В общем, в этом году недоволен я остался главпатроном пятым номером. Под конец сезона сам стал заряжать свои патроны, своей дробью, своим порохом. И действительно, лучше было стрелять своими патронами. Что-то испортился главпатрон. Ну, вот налетел черочек. Я его хорошо взял, удачно. Значит, прежде чем пойти за птицей, я всегда теперь заряжаю ружье. Ну, во-первых, чтобы добить, ну, здесь он чисто битый был, черок. Ну, очень часто бывает, что налетают утки, а ты без ружья, без патронов. И получается такая вот неудача, засада. Поэтому всегда, ну, в выдерцах у меня еще карман такой есть. Там справа у меня пятерочка, слева тройка, дробь. Всегда с собой беру. Уже не раз такой случай был, когда я шел добирать. А бывает, что идешь очень далеко добирать. Вот момент интересный. Налетело две утки. Выждал, не подымался. Первая, ну, меня увидела или чучела, не знаю. Вторая не успела, уже как бы на повороте, на торможении взял. Ну, замучила меня эта утка. Опять возвращаюсь к патронам. Ну, я не знаю. Ну, я в нее добирал, 4 раза стрелял. Вот у меня оказалась эта пятерка главпатроновская. Ну, понятно, там утка, она... Как бы и вообще у нее голова была в воде. Попасть там по чем-то сложно, когда на воде она притапливается. Там, ну, 4 патрона потратил. И все равно, когда уже подошел к ней,
Ну вот, вот видно как-то. Специально я приблизил, но осыпь идет вот это там, я не знаю. По нынешним ценам как бы не есть хорошо. 4 выстрела отрубли. Вот вот я утку все равно поднимаю, беру. Утка живая. Да она меня вообще замучила потом. Лежала, удирала просто. А вот сеточка стоит вдоль. Что-то там сбоку от моих чучел. Стоит браконьерская сетка. Не караси, как он их, у нас их называют гибриды. Такие килограмм, полтора. Вот она в итоге стояла весь мой сезон. 4 сетки вокруг меня. Чуть дальше я не помню, на этой охоте, по-моему, или нет, не на... А, ну на той охоте было видно, товарищ. Ну вот, взял кряк, крякву, хорошая уточка. Вторая утка, в принципе, время где-то в районе 8. Ну вот я думаю, что это вот, вот этого товарища сетки. Ну, слава богу, мозгов у него ума хватило подходить ко мне, не портить то ли мне охоту, то ли я не знаю, что он там подумал. Шел явно на меня, я специально поднялся. Гладь, конечно, было видно ему, что стоят чучела разбросанные, понятно, что это не живые. Ну, ушел, наверное, ушел проверять другие все. Значит, 30-40 минут охоты, все. Ну, считай, выкинутый из жизни это время. То есть, пока он там сетки вытрусит, пока там все сделает. Ну, а налеты это как? Дальше вот охоты у меня были. Налеты были с 7 до 8 или с 8 до 9. Потом все. Одна-две там уточки. И налетят. И больше никого. Ну, в принципе, так у меня дальше и было. Я уже сколько сидел, никаких налетов особенных-то больше и не было. А вот сейчас самый такой у меня момент. Вот если бы я не убрал сейчас чучела, махокрылки эти, вот эта стайка, которая села, ну 100%, ну по крайней мере так было у меня в том году, 100% подплыли бы метров на 50, развернулись бы и уплыли. Так было у меня не единожды. Я столько упустил утки в том году. Вот именно по штилю, когда вот они подплывают и вот. А тут я их подманил манком. Значит, и вот. Тут видно, что улетело две на воде, три утки. В итоге, значит, пошел вот, вот вроде пошел быстро, вот она, слева утка. Тоже достреливал ее, я уже не помню, там, может быть, 5 раз. В общем, плыла она, плыла, я за ней шел, как-то шел метров, наверное, 300, если не дальше. Беру ее, смотрю вдаль, ну, гладь, что-то на воде лежит. А на воде та утка, которая две улетели. Вполне возможно, что и не одна она лежала. Ну, так я прошелся, посмотрел. Еще мусор понесло, камыш несло, зелень стала нести. Далеко не очень видно было. В общем, в итоге взял я еще одну. То есть пошел за одной, а вернулся с двумя утками. Пока ходил за той уткой, первые две, которые, ну, увидел, что чисто битые, что за них волноваться, никуда не уплывут. Значит, эти две утки, их отнесло далеко вправо. Эти все равно сюда брал. Вот. Взял с собой запасные патроны, хорошо, что взял патроны. Взял запасные патроны и пошел добирать. Ругался всю охоту.
смотрел недавно фильм. Люди стреляют зимой пятеркой, главпатроном. Да зимой от пятерки главпатрона просто дроп это отлетает, а тутки она бронированная вся. Ну зимой я имею в виду, конец декабря. Тут он в октябре. Расстояние 30-35 метров, все подранки. Чисто битой практически вот. Вот за всю охоту у меня. Опять же, вот сейчас вот накрыл, ставил 4 штуки, то у меня я потом пятерку заряжал, тройку, а потом уже единицы заряжал. И все утки, потом я смотрел, когда их чистил, что они единицей биты были. Вот уже тройка, единица, все понятно, там двойка, замертво практически. Пятерка только вот в конец августа, начало сентября стрелять, по крайней мере то, что есть. Так надо только самому заряжать. Ну, одну взял, нашел. Потом увидел вторую. Вдалеке показалось мне слева, что вроде похож предмет на утку был. Думаю, неужели это еще пятая упала? Пошел. В итоге, ну, мусор. Вот мусор. Мусор на воде. Вон. Перешел опять через бракашки сетки, которые от берега, я не знаю, метров 200 они шли. Полные рыбы. Ну вот две утки оттуда уже далеко. Удачно. Удачно взял. Три утки, один селезень. Селезень такой уже. Два завитых перышка, двухлетка. Ну, из этого видно, что утки, вот, нет ветра, щеляка. Утки не боятся, утки подплывают. Подплыли чучела, чучела их не пугают совершенно. Подплывали. Ну, от меня, от того места, где я сижу, это где-то край был, 30 метров. Все, спокойненько подманил. И так я делаю в том году. Махокрылки убрал, подманивал. В этом году хочу прямо вот специально несколько охот делать с махокрылками. Вот не буду убирать их всю охоту. Ну вот, как всегда это бывает. Только начал что-то на камеру говорить, тут же налетело две северных утки. Угу. Ну, естественно, я что-то руками двигаю, все верчу-кручу. Ой, короче, утка, как обычно, налетает, когда кушаешь, когда ходишь в туалет, вот. И когда вот это вот начинаешь на камеру что-то рассказывать. Хорошо сегодня, короче, проснулся в 2, разложился здесь где-то в 5:30, в начале 6 полностью, то есть поставил лодку, все сделал, темно было. До 7 часов вообще ничего не летало. Я думал, не будет ничего. Был штиль полный. И дым такой был. Камыш жгли. Наверное, камыш жгли. Не знаю. Быстрее всего. Вот. Камыш вот. Так. Вот начало летать с 7. И вот до сих пор без 20 11 еще летает. Ну, до 11, до начала 12 посижу. Сколько еще камера писать будет. Все как бы уже разряжается одна, вторая. Ну вот, и поеду. Пока что 6 крыжник и 1 чирок. Там 2 или 3 селезня и 3 или 4 утки. Хорошо. Еще были налеты. Ну, как обычно, или собирал утку, или кушал, или еще что-то делал, или, ну, отвлекался. О, шуганая утка. Только движение рукой, головой, все. Не садится на чучела. Ну, в принципе, неплохо. По сравнению с прошлым разом, когда я взял одного селезня, и Вася взял одного селезня, и было всего 4 налета. То есть, как бы, неплохо. Ну что, еще посидим.
камеру, чтобы слышно было. Задул обещанный ветер, я начал собираться. Время 11:30. 7 штук взяли, были еще налеты. Ну, все, хватит. Хорошего понемногу. Нормально, хорошо, посидели. Будем ждать следующего ветра. Сейчас будем собираться, потому что если вода быстро подымется, по западному ветру у нас вода быстро поднимается. Ну вот и все. Я быстренько причалил к берегу, собрал все манаточки. Ну, буквально 5 минут у меня все в машине уже. Закинул уток в пакет. И стал грузить лодку на машину. Сейчас увидите, как это я делаю. Она выглядит упакованная. Вот. Вот так вот. Я сам засовываю машину, съезжаю вниз. И засовываю наверх лодку. Ну, то есть вот туда до воды спускаюсь, переворачиваю на нос, ставлю вот на рейлинге и потом зад заношу, закрепляю нормально. 3,40 лодка длиной, а для одного, для двух с головой. Все, в машину залезло. Все, поохотились отлично, 7 уток. Великолепно. Поехали домой. Пока. Будем монтировать канал.